День старшего поколения отметили в Люберцах. Во Дворце культуры прошел праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы округа. Поздравить виновников торжества пришли представители власти, а также представители общественных организаций. Музыкальные композиции молодости, услышать слова благодарности и увидеться со своими друзьями. Сегодня в этот зал пришли те, кого сейчас называют старшим поколением. День пожилого человека призван напомнить общественности, что этим людям нужно уделять особое внимание. Им мы обязаны жизнью. Только Советский Союз первый построил атомную электростанцию. И первый в мире запустил человека. И к этому человеку мы тоже имеем самое прямое отношение. Потому что именно на Люберецкой земле он обрел специальность. К Юрию Алексеевичу Гагарину прямое отношение имеет и Виктор Трантров. С ним он учился в Люберецком ремесленном училище. Успех первого космонавта замотивировал тогда обычного комсомольца на всю его жизнь. В конструкторском бюро Роскосмоса Виктор Павлович проработал 40 лет. Было так радостно, когда мы узнали, что Юрка полетит в космосе в 61-м году. Вот. И под этим воздействием я тоже пошел работать. Хоть я и не космонавт, но я принимал участие в запуске космических ракет. Строили, значит, в Плесецком, в Байконуре. Вот. И боевые ракеты ставил дивизию. Смотря на наше старшее поколение, по-настоящему понимаешь, у них многому можно поучиться. Ведь они всегда руководствовались девизом «Сначала думай о родине, потом о себе». Устои этих людей позволили не раз отстоять честь нашей страны. Ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане городского округа Люберцы, пенсионеры и просто бабушки и дедушки в этот день принимали поздравления. Вы должны передавать свой богатый жизненный опыт молодому подрастающему поколению. А вам, уважаемые земляки, действительно есть чему гордиться. Наш с вами Люберецкий район славен во всех своих проявлениях. Вы прожили большую, я уверен, очень интересную жизнь. В этот праздник для виновников торжества выступили творческие коллективы городского округа. Прозвучали песни из прошлого. Гвоздем торжественной программы стал показ отрывков советских кинолент, в которых звучали песни нашего земляка Леонида Серебренникова. Ну а после он собственной персоной высказал слова благодарности старшему поколению. Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.